Как делишки, ребятишки, с вами снова я, Эдисон и Жека. Добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня мы будем продолжать нашу рубрику «Троллинг в Майнкрафт». И да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки. Только благодаря вашим лайкам выходит эта серия троллинга. И я уже не знаю, какой раз повторяю то, что, ребята, вы знаете, что нужно делать. Лепить огромный палец вверх и на мой видос, и на видос Жеки. Набираем по 15 тысяч лайков, и сразу же выходит следующая серия троллинга. Поэтому... Я согласен, согласен. Вы знаете, что надо делать, да. А мы побежали, мы побежали. Карта моя-то будет такая, это странная такая у меня карта будет. Почему? Потому что я сегодня буду в роли дедугана, старого дедугана, да. В принципе... Что это такое? Жека приедет в гости в деревню к своему дедушке, а дедушку буду играть я. Тут у меня и куры бегают, и свиньи бегают, и овцы, там коровы, тут у меня пшеничка растет и многое всякое другое. Но это слуховой аппарат у меня пропал. Кто его унес? Не скажу, кстати, где его можно найти, я также вам не скажу. Но что скажу, то, что надо ставить лайкосики, как обычно. Дедуля ничего не слышит, поэтому лайкосики помогут ему услышать многое, многое. А подписки на канал вообще прям идеальный слух станет. Поэтому, ребята, все зависит только от вас. Лайкосики, подписки, и будет дедулька выздоровеет. Это самое главное. Здоровье это превыше всего. Запомните это. Ребята, мы сначала пойдем на карту к Евгению. Пройдем его троллинг, как обычно, сразу же за пару минут. И потом вернемся на мою карту. Поэтому погнали, погнали. Ну что, Эдисон, проходи на мою карту. Вот, мне кажется, ты немножко уменьшился в размерах, я так скажу, вот немножечко. Не было такого, не было. Откуда я такое взял? Просто у меня башка слишком большая, знаю, я поумнел резко. Да, слишком умный, да. Башка сверху давит 30-килограммовая, и тело уменьшается в соотношении пропорциям, понимаешь? Нет, на самом деле, Эдисон, нет, на самом деле все не так. В сегодняшней серии на моей карте ты отправишься в детский садик. Ты вспомнишь молодость, так сказать, ты уже старый совсем стал. 22 годика, прям дедулька такой, знаешь, дедулька. Ну хорошо, пошли. Да, уже вот вижу, так, сигнал. Нет, детский садик, пошли. Это твой детский садик, я твоя воспитательница, можешь ко мне, если что, обращаться. Как вас зовут, как вас, Евгения, я там, Писюнковичная? Я воспитатель, я меня зовут Евгения. Писюндровная? Евгения Елдаковная. Называй меня как хочешь, маленький малыш. Членоголовая. Какая? Членоголовая. Какая? Нет, Елдаковая, короче, Евгения Елдакова, я вас так буду называть. Не-не-не, это не моя настоящая фамилия. Ну ладно, назови как хочешь. Я тебе хочу вот что сказать, Эдисон. Детский садик очень странный. Тут всего три ребенка. Я заметил. Я еще вот этого да. Иди ты в сраку, сраный дебил! Я обосрался, не представляю! Я заикаться начал! Из-за тебя! Это местный псих, смотри, видишь? Я уже вот. Понял, да. К нему лучше не подходить, это псих переросток. Ты понимаешь, что я в жизни так начну заикаться, не только на видосах. Все хорошо. Вот, тут, короче, есть разные различные игрушечки, можешь с ним поиграть. И тут еще у нас есть еще один ребеночек, он в угол я его поставил, потому что он плохо себя вел. Ну, там он тоже какой-то страшный. Да, думаешь, страшный? Страшный какой? Да он не страшный. Евгения Елдаковна, я по порталу в другую вселенную нашел. Это куда меня затащило-то так? Это я не знаю вообще. Это что это? Я сюда не хочу. Ты не ходишь, точно сюда не ходишь. Это кто? Мать твою, Евгения. Я уже все, спалил ты мою... Я спалил, но я не знал то, что он меня бить будет, зараза, паскуда-то такая, понимаешь? Блин, тебя в детском садике недолюбливают. Единственное, кто к тебе нормально относится, это вот Диана вот сидит. Вот она хорошо к тебе. Это где? Да там ничего нету в сундуке, я уже заметил. Блин, я думал, ты это еще в прошлый раз понял. Ну ладно. Офигеть, откуда я мог знать, то, что там ничего нету? Диана. Затроллил тебя, затроллил. Ладно, если да, в детском садике... А Дианка меня... Я нравлюсь Дианке, А ты можешь Дианка говорить? У кого? Барянчик, такой странный победный клич? Да, это какая-то клич. А кто такой Барянчик? Не обращай внимания, я не знаю, кто это. Это Барянчик. А, пора... Да я... Нет, это псих. Да, псих, нормально. Я его могу убить?
Нет, мне кажется, не могу, он слишком громкий, понимаешь? Это псих, это я понял. Короче, пойдем, вот это улица, вот, я тебе так скажу. Тут проход был, а ты мне не рассказывала, да? Да, тебе нужно пойти на улицу прогуляться. Ой-ой-ой, ну тут сидит Борянчик! А Борянчик, вот кто такой Борянчик, приятно познакомиться! Короче, Эдисон, я тебе расскажу секрет. На этой детской площадке, вообще на этом детском саду происходят странные вещи. Да я уже заметил, тут Борянчик, так психи ненормальные. Тебе нужно из этого детского сада как-то убежать, я вот так скажу. Убежать. Тебе нужно убежать. Детская площадка, тут понятно. Да, тебе нужно отсюда убежать. Понимаешь? Срочно убежать. Беги! Ну Борянчик-то мешает. Да Борянчик-то мешает, смотри, Борянчик-то мешает. Да я понял то, что Борян меня сейчас убьет. Убийство в детском садике будет. Вообще как бы незаконно. Убийство вообще на самом деле. Борянчик вообще очень странный чувак. Прям очень странный. Но он тебя так не сможет подкинуть, можешь даже не пробовать. Если сможет, я тебя обратно скину, не переживай. Спасибо. 8-0-2-8-2. Офигеть, Борянчик разговаривать, оказывается, умеет. 8-0-8-2. Офигеть, вот это, видишь, Диана-то правильно все сказала? Борянчик какой-то странный победный клич. А чё, 8-0-8-2, да. Ну да, ну все, молодец, значит, ты что-то уже сделал. Что я сделал, что? Я не знаю, что ты сделал. Ты странный. Подожди, из детского сада тебе выходить нельзя, я так тебе скажу, там уже все. А, там уже все туда нельзя, да? Значит, что-то тут или? Тебе нужно по-другому как-то выбраться. Мать твою, Борянчик, пошел ты в сраку, а? Нет, выпустите меня, я не хочу с Борянчиком жить. Я честно не понимаю, зачем ты туда прыгнул? А чё там, я не понял, что там было. Выпустите, вы пахните меня, Евгения Елдаковна. Спасибо, пожалуйста. Понимаешь, что ты сделал? Ты Борянчика убил, понимаешь? Да мне пофиг. Так. Ты молодец, всё, Борянчика. А, да шо ж ты так, я тут творится? Теперь он тебе не мешает, ты понимаешь? Теперь ты можешь спокойно выбраться отсюда. Должен найти секретный проход и выбраться отсюда, понимаешь? Секретный. Уже в детском саду какие-то странные вещи происходят. Борянчик, не возвращайся, я тебе... Борянчик опасный, чувак, ты лучше. Евгения Елдаковна, тут у вас проблемка не возникла. Проходите. Ну давай, выбирайся отсюда. Опа, молодец, давай дальше, куда? Ага, нет, сюда. Тут там не работает, я думал, вот, может на шарики запрыгнуть? Нет. Башка просто тяжелая, ты проваливаешься. Башка 30 килограммовая. Он полопал все шарики вообще. А куда мне дальше? Не знаю, может куда-нибудь вот сюда, мне кажется, нет? Не знаю. Ты что, думаешь, я туда запрыгну? Ну не знаю, ну да, смотри-ка, запрыгну. Странная какая-то пещера, да, очень странная. Пещера возле детского садика, ё-моё, конечно странная, откуда она вообще тут взялась? Вообще какая-то очень странная. Смотри, там какие-то вообще странные вещи происходят. Скелеты, слушай, Евгения Елдаковна. Вообще странный какой детский сад, тут детей убивают, понимаешь? И Вилма странный, а не детский сад. Детский сад, я не в таком дурдоме был, поэтому не переживайте. Ты туда хочешь прокатиться или что? Да, наверное, я не знаю. Не, ты хочешь, если ты хочешь, я конечно... Я хочу! Я ребенок, я все, я еще и мороженку хочу! Да давай! То, что мне 22 годика, вы на это внимание обращаете! Если ты хочешь, я конечно тебя прокачу, как бы, ну тут вообще. Я тут умираю, проблемка. Небольшая, Евгения Елдаковна. Не, ну подожди. Мне кажется, тебе нужно разобраться в этом всем, потому что что за фигня? В детском саду какая-то пещера. Да я сам в шоке, слушай! Давай, может, еще раз пещере, потом мне что-то должно быть очень скрыто. Что-то скрыто должно быть. Да я что-то смотрел, ты на самом деле. Что-то мне кажется, где-то вот здесь должно быть что-то скрытое. Не было такого. Что-то вот прям очень такое скрытое. Ай-яй-яй-яй! Опа! Это что такие? Эдисон. Понимаешь? Да. Спаточки. Тихо. Да. Сон час. Не будить меня, Евгения. Спи тогда тут. Это психушка, если что. Вот. Да? А как? А что? Ты всю жизнь в психушке сидишь, я просто как-то поразвлечь решил. Блин, жалко, у тебя все психушки. Бывает такое, да, бывает. Да. Ну ты посиди там, и прогимчики, я думаю, тебе попку-то полоскают. Вот, а я пошел проходить твой троллинг. Пока. Ничего они меня ласкать не будут. Я двери тут закрою, пускай. Они там будут спать, я тут буду спать. Хорошая прогулка была. Спасибо вам, Евгений Елдаков. Да не за что. Спасибо вам тоже. Прогулялись. Ну, хорошо, Евгений, пошли на мой троллинг, пошли. Да что, заходи давай. Башка у тебя до сих пор тяжелая. Да подожди, там у меня тут... У меня немного... Вооо, как должно быть! Ты бабуля, как я понимаю. Я не бабуля, я дедуля. Ты дедуля, ладно. Кого? Да ничего. Кого? Внучок, проходи, ёпты!
Ёпта! Проходи давай! Иди сюда! А ты рыгать будешь? Не, я только плеваться умею. Рыгать это друг у меня есть такой. А я не хочу туда проходить, мне тут нравится, тут ферма такая, мне. Да конечно ферма, ты ж ко мне на ферму приехал, иди сюда. Ну вот, я хочу проходить. А шо, да подожди, то давай ты ничего не будешь делать! Давай ты сейчас сначала, Иди сюда, только возле Наташки, не ходи, а то она кусается, не смотри на то, что она корова. Наташка, это корова? Корова, Наташка, 8 лет уже, прикинь, короче. Вот, а шо ты так запоздал, как бы лето кончилось, ты только сейчас приехал ко мне на дачу, на ферму, да, в деревню. Да, ну понимаешь, просто сейчас осенние каникулы, а на самом деле нет, я просто шоу прогуливаю, мне тут нравится, школу прогуливаю. Да ты паскудник, да как так? Я вот дедуля тоже прогуливал в школе, прогуливал много, и смотри, где в жопе оказался, на ферме, ёпти. Понимаешь? Понимаю, я, конечно, ничего не понимаю, но я понимаю. Будешь так же прогуливать, тут же будешь говно за Наташей подметать, понимаешь? Я не буду, дедуля, я тебе честно обещаю, прогуливать не буду. Можно посмотрю, что там? Ну, дедуля рад, что ты пришел ко мне на ферму. Так, иди сюда. Дедуля рад? Ага, подожди. Вот это... Чё? Ой, я залетел, я запрыгнул. Да иди сюда-то, внучок! У тебя тут скворечник образовался. Чего? Тут лук со стрелами. Да ты подожди, сейчас, внучок, ты сиди там, сейчас приду. Дедуля воевал, дедуля, сука, не такие приемы выполнял. В общем, внучок, тут такая у меня проблема. Ай, он не туда плюнул, Внучок, забирайся обратно, иди сюда. Я не хочу к тебе, всё. Да нет, тебе нужно отсюда. Подожди, а что так я там пропало, у меня непонятно. Когда пропало, что у тебя пропало? А что тут пропало, ёпты? Что? Ну чё, тут, мать его, командный блок как бы был, я сюда его поставила. Где он, мать, ёпты? Да ты не угорай, это как бы даже не часть троллинга, тут реально был командный блок, он пропал. Вся ирония в том, что я перед серией решил почистить карту там снизу, всякую фигню, убрал свой командный блок в воздух. Спасибо, я думаю, куда командный блок пропал? Ладно, внучок, не переживай. Да ничего страшного. Я плачу от себя. Давай, будем триповать. Стреляю в командный блок, который там должен быть. Типа для воображения. Давай, для подписчиков, хотя подписчики там команд. Нет, чуть ниже, вот там возле буковки L. Не вижу. Там смотри. Это у дедули хреновое зрение, а ты давай смотри туда. А, вижу, вот там. Опа, да. Я попал. Да ты походу попал. Ну молодец. Да, я попал. Иди сюда. А, подожди. А, сложно так прыгать. Иди сюда. Так, ты где? Да все, успокойся. Внучок, ты наркоман, признайся. Чё юзаешь? Наркоман? Вообще ещё. Тогда все. Признайся, только честно. Да я ничего. Ну тогда молодец. Короче, присядь. Я зож. Тут проблемка, короче, шо я тебя позвал в деревушку свою? Та, вот, паскуда какая-то дрянь, ёпта. Украла аппарат слуховой у меня, я ни хрена не слышу. Алло! Да ты орать не можешь, как бы. В общем, а где, мать его, а хрен его знать, неделю еще не могу найти. Что не может найти? Аппарат слуховой, ты глухой или я глухой? Так. Аппарат слуховой, аппарат, я найду. Аппарат, а не туда. Ты не переживай, подожди. Да ты подожди. Тут я видел кто-то. Клад у меня тут, внучок. Иди сюда. Клад у меня тут. Я вот копаю. Опа, карточка. 64 карточки. Сколько? 64, понимаешь? Вот что за придурок тогда 64 карточки. А ты Наташку погладил уже сегодня? Погладил Наташку? Я не хочу. Да Наташка милая, это смотри. Опа. Она, кажется, кусается, я не хочу. Да ну хорошо, как хочешь. Больше не хочу. Ну хорошо. Вообще, это шо? Дедуля, у тебя какой-то странный у тебя... Да у меня там нормальный паркур, вот это у меня можно сюда... А что ты думаешь, как я тут развлекаюсь? А, да куда? Да не сюда, сюда нельзя! Ты что, читеришь, внучок? А, всё, здесь мне не сюда надо, да? Я тебя так вот... Ну, молодец, но нет, тут паркур, для чего паркур сделан? Я не знаю, для чего сделан, там он не работает.
работать, я ж только вот стоял, вот, вот стою. В смысле, как ты так стоял? Так вот, я стою, типа вот. Я даже тут сюда запрыгнуть теперь не могу. Да потому что у тебя пробел, наверное, не работает, стою, я вот смотри. Опа! Опа! Опа, какой молодец у меня внучок! Опа! Опа! Да не туда! Да шо ты там, шо ты делаешь, внучок? У меня тут два. У меня тут. Не переживай, дедуля, сейчас все будет. Да все, да шо ты продолжаешь умирать, не надо. Подожди, ну просто сложно, понимаешь, очень сложно прыгать. И давай. Думай, ты, главное, не переживай. Так сейчас, а что нормально? У меня время. Я не вижу за сраный паркур. Да тут два, тут два было. Да ёпер, это там мать, это смотри, ребёнок такой, ёпа. Опа, всё, я тут. Опа, и перепрыгнул, понимаешь? Вот тут два блока выделяются, два блока выделяются такие. А так. Да-да, сейчас. А вот это, вот, вот, вот сюда, то туда, туда. Я тыкаю, тыкаю. Да ты что, да ты что, ты с ума сошел, да вот. Молодец. У тебя мыши тут, мыши! Мыши, крысы, 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 завелись, крысы, завелись! А я в эту комнату вообще давно не заходил! Да я сюда вообще... Да я не заходил! Я сейчас умру! Я слуховой аппарат! Да что это такое непонятно творится? Ты, внучок, прощай туда, в эту комнату вообще давно уже не заходил. Ну ладно, ты, короче, молодец, выходи сюда. Вообще не короче, нормально. Ну чё, я так полагаю, полагаю, у меня с Бобиком, мать его, вообще отношения хреновые, гиперхреновые, понимаешь? Да. Я, иди сюда, нет, а ты подожди, подожди. Вот, а ты, я ещё, короче, я сегодня говорил с другом твоим, с Эдисоном, вот, и я ему пообещал, то, что я тебя троллить не буду, если ты мне поможешь найти слуховой аппарат, понимаешь? Я первый раз за все 100 серий троллинга я тебя никогда троллить, вот, не буду это. Да Бобик стырил, вот это, кобздец вообще, вот Бобик. А где Бобик? Да вот, я его там держу за забором, а то он кусается как ненормальный, понимаешь? А как мне его, как мне, а, мне тут так поляна. А, так подожди, там, нет, там в чем-то, иди сюда, да не. Ну. Иди сюда. Так, был-то вот этот, как его, команде блок там должен был быть, который, который вот так должен был делать, но ты его сломал. Ну все нормально, все нормально. А, нет, подожди, а там еще, Чё? Ёперес, это что я забыл? Я забыл то, что у меня кнопочка есть. Ты же дебил совсем. Да кнопочка. Я уже не понимаю, что происходит. А, да нет, в эту комнату не надо. Там пол дырявый, мать его. Ты обещал меня больше не троллить, ты меня обманул. Ты где? Вот. Там, пой, дырявый. Вот смотри, вот тут у меня есть, тут у меня есть. Да иди сюда, ты смотри, как ты сюда перебрался. Мне тут больше нравится, мне тут больше вот нравится. Вот как бздец. Ну хорошо. Иди сюда. Как туда забраться? Как туда забраться? Куда? Понятно, непонятно. Куда забраться? Понятно. А что ты делаешь, никак? Ну вот в алмазный блок, как туда забраться? А что вообще ничего не понятно? Тут ничего нету вроде. А в смысле не понял, что это? Что это? Где? А где что было? А что бы? Ага! Ох, ты же, сатана какая-то, демон! Как ты сюда пробрался, мой дом? Короче, ты сюда. Да я вообще, я вот, просто, я контролирую гравитацию. Не надо Бобика собака бить, не надо Бобик! Да ну не надо, не надо! Верни мне лук, там много стрел, как я вижу, набрал. Да не. А, не, ну не, хорошо. А ты знаешь, что-то я учился? Опа, и все. Опа! Опа! Хорошо, куда мне дальше меня спрыгнуть? Короче, Бобик, собака, вообще еще та собака, собака, вот. Ну. Бобик уже не первый раз у меня тыпсит слуховой аппарат. А! Я ничего не слышу. Вот, поэтому слуховой аппарат у Бобика вот там внутри. Ага, понял. Бобик. Бобик. Да ты не бей. Не, ну Бобик, мне кажется, не хочет давать. Да, похуй. Да, ты бэхнешь, ты бэхнешь. Да, хорошо. Поставь тут спанпоинт, вот тут спанпоинт можешь поставить. Бобик, вообще... Да не вот там, а вот тут спанпоинт поставь. Ага. Тут он тебя трогает. Да, хорошо, не Бобик, вот я его знаю, лет. Ой. Что ты делаешь, собака? Я так не должен был. Поставь геймод 2, геймод 2, поставь, пожалуйста, пожалуйста, геймод 2. Поставь и Бобик на место. Вернее, Бобик меня уже не трогает, Бобик хорош. А что ты там. Так. Ах ты ж, как ты то сделал? Это мне, да, это мне! Да, Бобик меня не видит. Фиги пап, ты что думаешь, Бобик тупой такой? Не, Бобик всех видит, даже когда ты в инвизе. Да, что тут делать? Бобик стырил слуховой аппарат за собака вот этот. Не, он реально собака, но для меня собака это как оскорбление, понимаешь, собака. Вот. Ага, понятно. Ну! Да, шо, ну? Там у Бобика... Где, где он? В будке, в у Бобика там! Да я что я говорю, что там наверху, там в будке, вот там, вот этот самый крайний, самый далекий такой блок, и вверху так. Нет, не с той стороны, а вот с этой стороны, вот у Бобика там, внутри, да. Не понял ничего. Да вот так надо, опа, где-то вот там у него что-то есть, я так на пузико свою лягу. Да меня он убивает, понимаешь? Да ты слишком близко подходишь.
Он просто не убивает, понимаешь? Он меня просто убивает. Я не понимаю! Я не понимаю! Да что ты, как сложно, внучок, тут даже дедулька справляется, понимаешь? Слуховой аппарат, это саксофон, по-моему, не? Это слуховой аппарат для дедульки. Вот, смотри, сука, я играю на слуховом аппарате. А ну, в смысле ты играешь? Вот, смотри, играю. А ну, отдай слуховой аппарат. Как? Ничего у меня не играет. У тебя, видимо, джакбокс отключили. Ладно. Ой, все хорошо, как смешно. Внучок-то, спасибо тебе, спасибо, я тебя провожу-то, спасибо. Какой ты хороший внучок, слушай. Сын мой, сука, прекрасного внука вырастил. Пошли, счастья тебе, здоровья. А невестка есть? Невестка есть? Нет. С кем уже друг друга? Сейчас рассказывай, когда мне про внуков сдать? Ладно, дедуля совсем уже... Когда про... Я хочу про внуков, когда про внуки будут? Вот хочешь про внуков, знаешь, тогда, мне кажется, что все наши подписчики должны поставить лайкусик. Да подписчикам, да ты подожди, подписчикам, вот, здоровья, успехов в учебе, как можно больше денег, счастья родителям, чтобы росли не быстро, чтобы наслаждались молодостью, а то старый, сука, паскуда вообще, понимаете? Вот. Можно, пожалуйста, без этого захватить? Так, ребята, вы должны поставить лайк обязательно. А что еще должны сделать, Эдисон? Подписка-пиписка вроде. Да, именно. Подписка-пиписка, лайкусики, счастья, здоровья, успехов в учебе, в жизни, продуктивного вот этого шпиливания, чтобы много внуков было. Спасибо за просмотр, детишки. Всем удачи, всем пока. Пока.